Привет, модалистской братве и K-Crazy Russian, город Цинциннати, славного штата Огайо. Сегодня поговорим о прошивке нового firmware для ESU-программатора, для софта. Так, действительно, я посмотрел на ESU, что у нас, ESU.eu. Вот она, красавица. Но обычно, как я это получаю, уведомление. Здесь история такая, я уведомление пришло с форума Model Depot. А когда я программирую новые звуки, или что мне нужно, кстати, минус 7 в Цинциннати, я запускаю программатор, и если новый апдейт, они мне здесь пишут, эй, новый апдейт. Но этого не случилось. Я думаю, окей, закрываем. Он подключен, все четко. И действительно, потом я иду на веб-сайт, и 22-го у них, что там, 21-го вышел этот апдейт. 5.1.8. А если мы смотрим сюда, он у нас 5.1.7. Окей. Потом с Model Depot форума мне пришло сообщение, ребята стали дискутировать об этом. И тут я просто вау. Значит, пишет постоянный участник форума, вышло обновление для ICOS и для программатора. Окей. Потом другой участник форума задает вопрос. В нем появилась возможность программировать и заливать звук без отдельного программатора. Имеется в виду новая прошивочка для ICOS. Я такой, я даже не думал, чтобы они засунули программатор в ICOS. Значит, ребят, такая вещь, что сразу, ну, чтобы, так сказать, мух от котлет. Digitrax имеет интерфейс в их командной системе. И якобы, я не делал, ну, я с Digitrax не очень делаю звуки, и якобы можно заливать, отдельный у меня программатор, конечно, стоит, заливать звуки на декодер через командную систему. Ну, это очень такой трудоемкий объем работ для командной станции. То есть, наверняка это можно сделать, как, к примеру, один из зимовских командных систем. Сейчас можно заливать звук с Zimo, но, опять же, мы сделаем это обязательно. Но я думаю, что это, так сказать, овчинка выделки не стоит. На программаторе, который специальный ESU-программатор, который дизайн для этих целей, файл делается там 30 минут, загружается, даже больше иногда. Современные американские файлы с американскими звуками на прототипы. То есть, если это даже какая-то фича будет в ICOS, это будет, ребята, часы. Но это так я представляю. Короче говоря, я быстренько все посмотрел, ничего нового. Ну, тут ребята продолжают, что человек, который сделал этот анонс, написал, что ничего там особенного нет. Действительно, ну, технические моменты. Ну что, сейчас мы попробуем обновить прямо здесь и сейчас. Так. Вот у нас берем download. Конечно же, мы соглашаемся, читаем. Надо просто крутануть до конца, да? Как говорится, здесь и сейчас. Лучше, когда у вас программатор этот работает вот в таком состоянии, да, и говорит, что о, у вас новый firmware, вы прям делаете здесь. Но я хочу все-таки закрыть его, потому что таким способом я уже давно не делал. Обычно все приходит уже. Так, сейчас распаковываем файлик. Так, здесь у меня setup. Пишут по-английски, по-немецки. Сейчас, одну секундочку, ребят. Здесь все будет. Ну вот, они показывают, что здесь, наверное, происходит. Какие-то новые символы. Да, об этом я слышал. Но это не важно. Можно закрыть и запустить наш программаторик. Сейчас сюда. Давайте экстракт.
И все четко сделаем. Так. Можно этот run, но все-таки я по старинке. Так что у нас вот уже все здесь открылось. И будет setup. Сейчас я вам сюда перетяну эту. Опа. Так, программатор. Ну, такое впечатление, как будто я его устанавливаю с нуля. Всегда будет такая месседж, потому что у них нету, наверное, никаких договоренностей с ESU, но вы делаете на свой страх и риск. Все, сейчас винда подцепит. Немножко пугающее. Это hourglass. О, ну все нормально. Yes. Так. Ну да. Это спрашивает апдейт, то, что у вас инсталлировано. Ну, разумеется. Обычно так и происходит, даже когда вам открытый вот этот программатор пишет, что новая версия. Старт. Окей, финиш. Ну-ка. Ничего такого я опасного не вижу. Вы идете сюда, в Tools. Program Settings, по-моему, да. Log Programmer. И он на COM3 сидит. Все нормально. Я использую ESU Lock Sound старой версии, версии 4. Он должен быть Multi-Protocol Decoder с Plux Interface. Ребят, там смотреть особенно нечего. Вы уже видели все подключения в предыдущих видео. Мы просто берем и перезапускаем этот программатор после того, как сделан апдейт. И отключаем питание на 10 секунд и включаем по новой в программатор. Так. И теперь у нас здесь decoder information. Я обычно так делаю. И читаем. Какая-то задержка такая есть, пока идет сигнал. Ну вот он быстро прочитал. И сейчас слышите до конца все CV, которые предназначены для этого, читается с 2013 года декодер. Все. Может быть, даже какие-то звуки будет издавать. Да, действительно. Звуки здесь такие generic. Только короткий, не короткий, очень маленький файл закачан для того, чтобы проверить, если это работает или нет. Ну вот так. Большое спасибо за внимание. Поддержка канала на Патреоне слева, PayPal Me направо. И увидимся скоро на других видео. Успехов!